Димон, что случилось во время поединка? Я не смог, расстроился из-за того, что судейство было плохое. Резина вперед пропустили. Настроиться не смог. В принципе, и рука тупая из-за этого. А на физику что-то быстро забилось. Старая травма открыла. Твое коронное движение борьбой через верх. А? Все-таки твое коронное движение было борьбой через верх. Ты я не смог его подключить, у меня старая травма была. Видать, на нервной почве открылась. Для меня будет это еще один таким, как говорится, толчком, чтобы еще больше стимулом заниматься, больше тренироваться. Понятно. То уже 2 года не проигрывал, это плохо. Ты думаешь, третье место достойно для тебя на сегодняшний день? Не думаю, недостойно. Сам виноват. Что теперь, кого винить, кого судить? В следующий раз больше подготовлюсь. В следующий раз это через год будет? Через год.